Маньяки-одиночки, они парами не ходят. Да ты что? А Бонни и Клад? А Энгель, Марс и этот, как его, лысый с бородой? Максимов, лысый с бородой. Ну, Энгель, Марс и... Сникерс. И Сникерс. Сникерс с бородой? Ну что ты мелешь? Опа! Вылечился. Заземлился. Да? Да не... Ну ты... Ай! Кому ты чешешь? Какой Мандельер? У всех Мандельеров известных фамилия либо Дольчин, либо Габанов. Так, где? Игорь, искать. Где? Везде. Есть. Идемте. Не обращайте внимания. С ним такое часто. Давай, я договню. Пес не может шнурки завязывать. Почему? Ну, потому что я еле научился их завязывать, и то аж когда в армии. На кирзачах? Не, офицером. Полиция, а орден? Какой орден? Какой орден? За что тебе орден? Молодец, Игорь. Взглотни кофейку, взглотни, мне помогает. Спасибо, Игорь. Пожалуйста. А? А я же гомодрил? Я же потомственный... Френдисты. Сам профессор Павлов измучал рефлексы на моем дедушке. Да ладно? Да. У тебя в роду собаки были? Хреновая вестрия. Жаль. Лешек, взглотни кофеечку. Взглотни. Этот гомпарь, он тоже псих. И убил он ее на почве древности. Древности? Да, ну все по дровину. Не-не-не, это не наш. Я психов наизусть чую. Да. Жопой. Вот тут с тобой не поспоришь, да. И еще звук был какой-то такой. Какой? Игорь! Такой? Это отрыжка. Извините, а вы точно из полиции? Псих и убийца. Я мелкий мошенник. Я как френдист в третьем отклонении тебе. Отклонение? Да, я не нюхом этих психов чую. А я сейчас тоже вот почую. Фу, Б, Л. Вот теперь В. Как, сложилось у тебя? Пойду поблюю водички. Давай, давай, давай. Подъедал эту еду в этом ресторане. Ну, кексик этот, помнишь? Я вам скажу, говно я такого давно не жрал. О, как завернул. Жми. Жму. Она ушла. Где ты шлялся? Где вы все шлялись? Все сам, все сам. Я и подстрахуй, я и обмозгуй ей, я и похуй. Ей покой, молодец, ты становишься настоящим. Гнездилов. Ну что вы, ну какой из меня Гнездилов? И машина это не моя. Ну, вон машина Гнездилов. Я вам советую не приближаться ко мне, я очень, очень заразительный. У меня волчанка, доктор Ахлуса видел? Опа! Вылечился. Заземлился. Гнездилов! Стоять! Дай пистолет. Лови! Ты сейчас на меня намекаешь? Да! Привет! Если ты мне опять врешь? Никогда. Правда. Видал? Тупой. Не страшно. Тут еще этих свиней видела, не видела. А ты пока без оружия. Давай сдавайся. Достал. У тебя патронов нет. Ты не обманешь? Да я никогда не вру. Тогда по рукам. Ага. Сейчас прилетит птичка. А ну! Вот и прилетела. Что ж вы, Дедушку Мороза, по балде! Я ж ею думаю! Максим, это же я!
Извини. Мы же полиция! Давай, каналья! На! 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 Ты кто по гороскопу? Козерог! Но это не твой год. Ну, в принципе, до Нового года ты тоже не доживешь. У меня черная шляпа по Дантариану. Ой. Ты нахрена Новый год убил? Игорь, ты где шляешься? Когда будешь дома? Я не хотел тебя расстраивать. Я попал в плен к бандитам. К очень суровым мужчинам. Игорь. О, Господи, Клава! Они за мной уже идут. Не трогайте меня. Алло. Клава, я люблю тебя. Алло. Любимая. Алло. Эй, заколебала. Не похож. Отлично. Вот сейчас его возьму и проверим. А ты учи и смотрись. Руки стоять! Можете хоронить молчание. А ну быстро отвечать, что в пакетах. Быстро! Может, ему помощь нужна? Да как? Болезнь Бика-то не лечится. Да нет, я мужчина с бородой. Я убью тебя, Гнездилов. Я не Гнездилов, я попал до полос. Грех. Значит, убью и тебя. Давай, бей! Не виноват я. Она меня сама взяла. Что? Никуда тебя не брала. Брала. Не брала. Брала. Не брала. Брала. Не брала. Брала. Что здесь происходит? У нас в дурке Новый год. Лимонидов, Мириад, это сколько рулей? Забудь. У тебя тайная джакузи. А кто ж бедному ребятенку поможет на детское пропитание? Максимова, что ли? Ей нужна моя помощь. Ты смотри, какой героизм внезапный. Иди нахрен, новогодний гом. Я тебя спасу, друг. Надышу тебе рот в рот. Вот это ты, Ленка, прямо в тачку попала. Эти ревнивые мужья бывают иногда такие. Травмоопасные. Я же говорю, козлы. Да какого черта ты постоянно чихаешь? Ты меня этим раздражаешь уже! Я всегда чихаю, когда вру чистую правду. Адрестах, я не смотрю на нее. Я вообще не изменял твоей жене. И не буду больше. О, рога. Адрестах забыл. Ну, ты увольняешься, понятно, да? Это понятно, да. Ну, а ты тогда сквозь стену пробежишь. Сквозь стену? Да. С разбега? Да. Ха, легко, забьем. Че ж забьем-то, поспорим? Ну, я в смысле, не умничай. Ну, давай. Леша, давай. Перелупи. У тебя от вранья нос скоро сгниет и отвалится. Ты тоже заметил? Сложно не заметить. Эта цинганка, стерва, нангадала. Я думал, воронье, а оно не. Видишь, как прет. Ну ладно, раз вы приехали, идите в дом, грейтесь, а я пока дров на зиму нарублю. Макс, я пописал, подожди. Немец! Нашего брата, шейха, обманул. На фоне всего происходящего, запор меня Миша всего волнует. Странно, попахивает говно, я такого запаха не слышал. Извините за опоздание, штаны обоссал, ну, со страха. Пришлось поехать домой переодеться, а своих чистых не было, осталось клаваны. Я не понимаю, что смешного? Игорь, ты зачем мне вся вот эта информация? Ди, ну, оно само как-то прет и... Остынь. Шея, шея, шея. О, спина, спина, спина. Вот пытаюсь вашу жену затащить в постель и, мягко говоря, какая же это фигня. Ну, еще один окно заметил. Более углубленное. Я все понял. Это карты. Не про ту дедушку. Что по этому поводу думает Игорь Николаевич? Игорь Николаевич ни хрена по этому поводу не думает, как и по всем поводам не думает.
Никогда. У Игоря же Николаевича своих же версий нет, поэтому он и косит все время под самоубийство и несчастный случай. Какой его дух? Не смешите серьезного человека. Его дух. Подставил туда пистолет, чтобы он охранял сейф. Забыл о нем. Но пистолет-то не забыл. Вспомнил и застрелил его. Гениально, Игорь. Гениально. А что ты смеешься? Ты знаешь, сколько среди нас дебилов? Давайте думать логически. Пока, Леша. Макс, я пописал, подожди. Немец! Нашего брата, шейха, обманул. Как? Немец? Вашего брата? Да. Как? Ты же не золотая? Нет. Да как же так-то? Подожди. Вот так вот, такой народец мелочный. Да, я знаю. Я тоже такие приобретаю, на холодильник цепляю. С каждой поездки у меня уже два. Игорь, чё? У тебя упало. Что у меня упало? А все упало как-то. Это не все, это только штаны. Извините. Что я старая и толстая. Да что вы себе позволяете? Вот видишь, все равно ничего не помогает. А за 25%? Мне? Нет, псу. Остальное мне? Нет, остальное государству, Игорь. Ты обнаглел, тем более нет. Надо что-то делать, надо срочно что-то решать. Слабительного у меня нет. Ой, на фоне всего происходящего, запор меня меньше всего волнует. Говорят, так пахнет в аду. Правильно говорить, вода. Да-да-да. Да нет, это я так, симулянт набинтовал, чтобы не работать. Так что пару лишних ударов мне не повредит. Ну так что, цигель. О! Нет! Да! Ох ты! О! Чё? Стыд, руки не сожжёт тебе? Не ссыте! Не знаете, какие руки? Ну, ты не ровно. Как ты, искатель? Нормально. Пописал. Да, а что, Бог же любит, когда троится. Например. Пожалуйста, три богатыря. Читал? Да. Третий в глаз. Три стороны у Светы. Что за Света? Не твое дело. А я, наверное, пойду на сайт горячей студентки. Зачем я это все говорю? Думаем логически, а? Думать больно. Хотя кому я говорю, ничего я клеить не буду. Да и руки у меня из жопы, и скотча у меня нет. Вот так и буду, правда, в матку все время. Все, началось. Критические дни? Критические не бывает. Ты же сам видел, что мне карты напорочили. Вдруг, ни с того, ни с сего, стал говорить правду. Ты понимаешь, срань какая. Это легко объяснимо. Ты пил из этой бутылки? Да. Вот, вот, видишь, вот сейчас хотел соврать, а не получается? Блин, это же ужас. Поснимать все, но что можно повиснуть. А, что, Игорь, боишься? Не, просто конкретно реально суп. Ну, ты тогда подошечком постой, незаметнее будет. Кстати, да. Здание окружено спецназом и снайперами, которые я забыл вызвать. Вот так. Так что вам лучше валить отсюда и не заходить внутрь. Хотя особой опасности нет, можете и заходить. Вот так теперь всегда будет, Лена так сказала. Так она что, трансвестит? А ну-ка. Игорь! Сел. Да что такое? Я по работе, я проветрить хотел. Последний раз из стрип-клуба я убегал от охранников. Трусами за ручку двери зацепился, так они меня вот точно так же отметелили. Ты в стрип-клуб сразу в трусах, что ли, пошел? Ну, естественно, в трусах. Не, ну я штаны просто снял потом, ну мне жарко стало. Я тебе сделаю! Я тебе... Отдать! Скотина, тварь! Опусти меня! Ух. Мужики, заходим. Стоять!
Я! Я! Ох, все, понты, мужики, я, собственно говоря, драться вообще не умею. Счастливо вам оставаться. Извините, у вас тут... Это я не специально, я... Он что, кони двинул? Не-не, что вы, я притворяюсь. Значит, надо допить. А вот это вот совсем не обязательно. А чё? Ты девка красивая, а я вообще бог, мне все пох. Мотель недалеко с дешевыми номерами, мне как раз по карману. Что? Ну, оптимально пойти прямо сейчас, пока Клава на работе. Давай думать логически. Сокровища же лучше. А будут сокровища, будут и дедушки. Логично? Чё, вперед? Вперед. Игорь, а вперед, это там. Я просто хотел сбежать, мне страшно, я ссу. Ага, вот, а я же гамадрил. Я же всегда гамадрил, что карты не врут. Я рядышком же золотом был же. А ты что, один без ансамбля? Без какого ансамбля? Ну-ка, ОМОН, спецназ, МЧС, группу захвата. Сейчас приедут. А, ну подождем. Ну, только я их не вызывал, конечно. А вы мне скажете, где спрятали золото? Скажу. Класс. Закройте глаза. Легко. Радуйся, что я бандитов на себя брать. Я их один ублажил. Попался ли прикол? Ты что? Это твой горшок, да? Ты что? Это я, Макс. Нет. Макс. Опа. Это я. Денег нет. У меня есть. Зачем я это сказал? Зачем я это отдал? Кто тебя разберет, Игорь? Алло! Игорь, у тебя штаны упали. Знаешь что? Лучше я умру от позора, чем... Повисну где-то висеть. Бесформенная, аж жалко. Что? Я бы не сказал. Вы похожи на Мишу. У меня есть приятель, Миша, физику очень любит. Вот у него вот такое же лицо такое вытянутое и нос. Ой-ой. Давно пора. Пора действовать. У меня еще сегодня большие планы на ветер. Ага. Все за мной? Конечно. Это что, отрава такая для Лимонидова? Тормозная жидкость? Кажется, меня укончало. О, песик. Рот пластырь. Ишь ты. От себя, с отвращением. Да? А! Во! А! Сундук с золотом. Макс, мы где? У меня же топографический кретинизм, я же дорогу домой не найду. Подлиция! Понял? Или тебе объяснять надо? Остаемся. Ну-ка, документы, быстро показал. Знаешь, Лена, сначала царапина... Потом гемокома, потом бац, крововозлияние в гипопотамус, и все, смерть каптану Гнездилову. Это как... Да ну нах! Хозяин алкаш и собака-ворюга, обоссаться можно со смеху. Это не я. Конечно. Это дело потекло. Да. Да реально, это не я. Тварь. И никто мне не сможет подмешать. Видали? Все трюки исполняю сам. Я машину найти мне нужно, черную. С хвостом? Да, представь себе. За ней следили, а потом она вместе с хвостом и потерялась. Угу. И ты ее по весу ищешь.
значит, как хочу, так и ищу. Понял? На ваших глазах происходит огонь с опасным преступником. Если вы хотите отставаться в курсе событий, вставляйте в лайку. Ай-ой-ой! Ах ты, вонятело! Не надо напал! Вот тебе и прощение! Ой, лайки мне, бабушка! Ты же у нас знатный чмодник-то, да? Да, я слежу за трендами. Достаточно оригинального вкуса. Ты живой там? Вы меня что, за идиота держите? А? Я что, похож на идиота? Кошка черная, вот лапка отбита. Как на фотороботе. А что тут развращаться? Нечего развращаться, тут и дебилу все понятно. Все, что? Что все? Ну, вот этого спама не будет. Макс все приперся, убери блоховоз, кудись профессионал. А, это мне сегодня не будет. Мне сегодня не до этого. Просто я думаю. Ой, правильно, когда-то надо начинать. Ю-ху! Достаточно, Леша, слушать этого чморя. Ты на харю его посмотри. У него же вся харя в уликах, в жертвенной крови. А ну-ка, признавайся. Я как... Признавайся, скотина! Куда, куда трупы делать? Колись, колись, сволочь! Опять застарались. Гнездо. Я сейчас блевану. Частная территория. Дегенерат. Получил, вражина. Вот оно, гадючье жало, а? Ты попалась, ты гейша, ты гондурасская! Ну так, а я тебе о чем? Давай, щелкни меня. Игорь, улыбайся. О. А, начал, значит, тащил, 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 толщил, 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 устал, прилег и вырубился. Ну так толщи скорее домой, что ж тут сидишь-то. Давай. Вода? Да. Да, пойду, пожалуй, отдохну. Набухаться? Фу, вообще легко. Буянить? Нифиг делать. Пол поменять? Ну, слушайте, я это я могу, конечно. Закончить жизнь самоубийством в прямом эфире? О, да, я ничего. То, слушайте, да, это, кстати, может быть. Там Гнездилова опять привезли. В Драбадан. Как? Ну? Потоп, потоп, как колонизацию провел. Мозги утекают, держи, держи. Держи, держи, держи. Где? 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 Где я? В аду, Игорь, место новой работы. Бородатого дегенерата или блохастую дармя. Сейчас, смотри, мы увеличим тебе подписчиков. На, вот так. Давай. Вот так. Вот так. Скорее пока. Не опухло, скорее надевай. Смотри, вот пошли даже. Ой-ой-ой, сколько побежало. Один я способен разорить гнездо разврата. Гнездо способно разорить гнездо. Метод кукушки. Ты навали туда яиц. И навалю. И навалю? Так бесспорно. Мои фалоимитаторы. Какие имитаторы? Фало. Мои фаловеры. Деревня, то бишь подписчики мои. Ты капец, капитан Пизилов. Ты капец. Хорош меня уже пинать! Так, уважаемые фалоеды Гнездилова. Фаловеры. А, извините, пожалуйста. Фаловеры. Веры Гнездилова. На базаре носа. Вот так вот. А помадой? Кто курвил? А, с помадой. С помадой, с помадой. А потом пошла на повышение и увлеклась проституцией. Вот лучше бы кто-то тоже проституцию увлекся, нежели блогерством. А я увлекаюсь. Родной, это называется медовая ловушка, понял? Да как же, ну ничего же не было. Завали табло. Вот так вот, Лешенька, все. Учись, пока я жир. Вы дали? Я вам обещал ржаку. Пожалуйста, ржака. А теперь будет бимба. Ага. Не надо! Опу! А?
капитана Гнездилова, первого ранга на матроса. Все, девочки, я сейчас вас всех тут отпрошу с пристрастием. Посмотрите в табло этому зверю. Терпищи, Андон Гордеев. За тобой идет Гэри Нест. Где я? В коме, Игорь, в коме. Ага. Можешь чем-нибудь помочь? Спасибо. Так я долечился. У меня справка есть, реально. О, с печатками. Главврач писал. Ты послушай, Илюш. Переутомление от имитации бурной деятельности. Да. Представляете, совершенно не чувствую боли. Мы на кого похожи? Кино и немцы? Так, Эдик, не выеживайся. Поставил водку, закрыл рот и отвалил. Быстренько. Да понял, понял. Клиенты со своими огурцами. Ну, все. Хоть лайку. Что ты, тварь, ишь? А зачем ты его провоцируешь? Святый Гнездилов голодному псу не товарищ. И голодный Гнездилов. Ты... Я сам буду разъяснять им, упреждать. Назад! Не позволю кричать женщинам из школы! Нах! Что за начхательское отношение к профессии, Игорь? Карты? Да, спасайся, кто хочет! О, ё, на пробу! Внизу! А, дегенерат! Притрусила! Где ты, говорит, в дурку? Да! Спокойно, спокойно. Всем спокойно. Все успокойся. Ой, ой, спокойно, спокойно. Фух. А теперь побежали. Говорит, со мной? Ага. Угу. Я договню. А в лодке золото, монеты. Ой, я припадком интуиции это чувствую. По поводу имитации. Значит, я сейчас разгоняюсь, сшибаю этот шлангбаум к чертовой матери. Но вы за мной, естественно. Только смотри, осторожно, там лежачий полицейский большой. Да мне похрен. Жить захочет, отползет. Ох, и зимуха. Как она это пьет? Все, очки. Твой дом тюрьма. Леша, это не я, это долбострой. Леша, это бредки завещали! Да, принимать таблетки строго по одной. Я помню. Но тоже спортсмены. Но спортсменам нельзя. Гнездилову-то можно. Да я тебе сейчас как это... Сейчас. Это личное распоряжение полковника Грома. Доигрались? Поломали? Купите нового. Макс! Да? Твой собака, быдло и хам. Почему? Он тебя толкнул, чтобы ты о бортик не ударился, не дай бог. Ты еще тупее стал бы. И что муж накажет? Внимать и вынимать внимательно, что он накажет тебя. Сильно его по голове ударили, да? Ну, да, да, было дело, да. Да. Видал? 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 А теперь таблеток! Молодец. Конечно, после моего-то удара. Дегенерат. Игорь,
Скажи, пожалуйста, в твоей опции есть просто стоять смирно, а? Да! Звони. Это глазок. Это замок. Я сам знаю, что я, не дебил? Молодец. Подлец я! Ну, пора. Сейчас. Стоять! Обычно ограбление с целью убийства. То есть преступнику даже украшения не нужны были. Ну, правильно, зачем ему сережки? Он и так красивый. Ой, Лимонидов, слышишь, с тебя такой сыщик, как с меня... Опер. Вот именно. А где у вас поссать можно? Наконец-то. Ой. Аху-ху, не хо-хо, чтобы мы, трое взрослых, солидных мужчин, подчинялись какой-то бамбе. А я такой, хопа, вытаскиваю ствол и два раза в ногу себе. Шмак, шмак. Гениальный план. Пистолет есть? Есть. Нога на месте? На месте. Все, работаем. Я только не понимаю, зачем я это буду делать. Неважно, план хороший. Хороший? Игорь, да. Погнали. Вперед. Ну и тем не менее, в конце, это наконец, в конце мы взяли убийцу. Я считаю, это стоит у меня... Отметить стоит. Ух ты, блин! Королева психоколонки пожаловала. Кстати, Ваханг, ты знаешь, что в интернате написано, что короче, это лженаука. Ты заколебал меня. Дай поспать немножко. Мне скоро на вызов ехать, а там у меня кто-то утонул. А ты где? А где я? Я не знаю, куда ты ехал. А, это я типа приехал уже? Ты мне, что ли? Значит, слушай, женщина, не надо учить меня работать. Я, между прочим, тут не просто сижу. Я думаю, мужчина должен работать голова. Простите! Прощаю. Тамара? Куда, гражданочка? А ну-ка, давай вдуй отсюда. Куда? Это не спортивное питание, Игорь. А я экспертиза. Лена? Нет. Ну, слушай, там такой, где тут туалет? Из унитаза не пить. Ну, так как пойдет. Ты в школе учился вообще? Ну, бывало, раз. Не наводишься! Леша, ну, нос! Вот смотрите, вот это что? Это, Игорёш, передоз бодрячка отвоевал. Нет, мой дорогой. Так. Это медуза Бурбона. Она превращала людей в камни, а вольный каменщик у нас кто? Мусоны. Вот и все, дело открыто. Чего надо, Морс? Она реально психоватая. Откуда она про Клавдию Олеговну узнала? Я же даже кольца не надевал. Ты сам рассказал. Да ладно. Вот дебил. Давай, он сейчас быстренько прижмем, своротим. Мы... Не надо, стоим, смотрим. Да, все смотрим. Хорошо, да. Слушай, а давай. Не надо. Да давай мы сейчас намаляем, сейчас расходится мне на папа. Стоим. Гнездо, тебе надо меньше врать. У тебя он вон какой нос уже увеличен. При чем здесь? Это производственная драма. Зацепился за хламодильник. Я не понял, ты че? Ты на что намекаешь? Что типа я мышей уже не ловлю, а, падла, ты допрыгался, козел! Это моя фамилия. Это теперь стиль жизни у тебя такой, козел! Это ваш френдизм, анонизм, кретинизм, прижитки прошлого, а это истерический документ. Согласен, дай посмотреть, пожалуйста. Ага, сейчас. Я просто картинку. Да, конечно, чешешь меня, ты ж не отдашь. Разве что это? А, это подкидыш. Сохнет. Ничего необычного. Смотрю на его фирменным своим взглядом, ты знаешь. Я говорю, ты убийца, он кто? Я что? Захарьев, это был на, говорю, убийца! Ты бы видел. Это все ваша Ленка виновата, насунула мне таблетки. Я теперь пью и несу и пью, пью и несу. Несушка, ты вон уже глянь, как подопух даже. Сам ты подопух. Николаевна, спасай. Да подвяжи меня пластырем, а то ватки выпадают, а так ходить у меня уже шея болит, как жирафа. Где это тебе-то? Да, было дело, ранили. Обезжиривала опасного преступника. Шарлатан ваш этот гипнотизер пытался меня загипнотизировать, это понятное дело, у него ж нихрена не выстрелит.
Щелкни, а то у меня перчатки. Пошли. Ты же не знаешь этих спортсменов, нажрутся всякого говна и тонут. Вот это надо было только меня вот это вызывать нахрена. Заскочил к Любке с перцем, за солью, по-сосетски. На всю ночь? Так, о чем ты говоришь? Где вся ночь? На полчасика. Австралия, Леша, Австралия, не тупи, Австралия. В Австралии броненосцы, убийцы и рогоносец. Это же связь. Одну причину, чтобы тебя не убить в тигре. У меня дядя генерал. Дядя генерал, ну так живи ты с ним, не приходи ты на работу, Игорь. Я не могу, у него любовница. Надеюсь, не ты? Если бы майором бы уже был. Пора. Подожди. Что? Не торопись, у меня сейчас Вестрия одна на подходе. Вот да? Уже. О, вот по ней будем работать. Опа. Где все? Да, вот это Ленка, давай, я тебе говорю. Не то, что спать мне, наоборот. Я сам на тебя смотрю, мне наоборот хочется. Обязательно вам позвоню. Обязательно. Как только отсижу 15 лет за убийство моей предыдущей жены. Ну, пятнашку отмотаю. Я буду ждать. А? Игорь, я еще даже ничего не спросил, ты уже кричишь. Ну, что там, Рогов? А? Я тебе говорю, меня не то что гипнозом, меня ломом не возьмешь. Будешь меня чесать, гипнотизер. Ешьте. Спасибо большое. Вкусно. Ну, реально. Вкусно. А реально вкусно, хочешь? Алло, тренер. Алло, тренер. Да, Игорь, алло. Да, тренер, это Игорь. Вы приготовьте там, ну, чтоб, как я люблю, я приехал, все приготовлено было. Ты с дрожжами разговариваешь? Ш-ш, тренер. Пошел в окно выгуливать собаку. Собаку! В окно! Смешно. Учитывая то, что у нас не было собаки. Давай тихонечко сейчас подойду к нему, подкардусь так, и шепотом. Шухерменты! В общем, сколько веревочки не виться, а конец всегда у Гнездилова в руках. Вот так-то. Эффектно. Так вы менты. Ясен кровь. Жадное меркантильное созидание. Я говно о такой мечтал. Я тебя предупредил. Значит, тебе тоже предупреждаю. Будешь лезть, я поселюсь навеки в этом кабинете за твоим столом. Буду там ноги мыть, спать, жрать и жарить селедку. Игорь! Шухерменты! Валим отсюда. Так это ты? Опять. Ох, Клавка, сучка. А я давно подзадревал. Игорь. Я тебя погнал! Игорь, иди меню, пожуй. Слышишь, подлица, копыта прибрал. Ух! Вставай, метелиться будем! Вставай, кому сказал! Ах ты! Иди! А ну сюда! Давай! Метелиться давай! Вот это блиток! Капитан Гнездилов собственной персоной. Опять трюк с исчезновением? Да, с моментальным исчезновением под стол. Навалом, дебилов, у меня там такой ажиотаж, 4 лайки. О-хо. Неужели в дурдом интернет провели? Завидуешь? У меня страница пухнет, как голова. Это он. Аккуратней. Это он убийца. Он шантажиста замочил. Он злодей. Ты видел, как он на меня смотрел? Видел? У Леша, если бы ты видел, как он на меня смотрел. Во-первых. Игорь. Чё? А выгляни в окошко. Дам тебе горошко. Горошко? Ой! Рожи в гору кокса. Так, понял. И секс. Так. Конечно же, секс. Так, это получается секс, кокс. А что лучше, взада или маза? Взада маза. Леша, ну не ссорьтесь вы, я же расстраиваюсь. Подписывайтесь на страничку капитана Гнездилова. Шок сенсации.
убийства, трупы, нож в соске и другие веселые картинки. Все бы тебе, Лешенька, веселиться только. Кто ж с тобой такое сделал-то, а? Какого ты черта взял мне такую съемку и испортил? Ну что, скоро ваша красота отвянет. Да и мое со временем поблеет. И всех нас настигнет старость. Ой, Мария, ты в литоне не говори. Видел, как я его? Руки. Родные мои, как я рад вас видеть. Макса, привет. Вакхан, родной. Дарю, Лешик. Привет. А где наш Жмурик? Вот и Жмурик. Привет, Жмурик. Вижу, смертельные объятия. Граждане, люди, у вас нету утюжка согреться или хотя бы паяльничка маленького, или выжигать. Пойдем, у меня прикуриватель в машине есть, пойдем. Да. Сейчас, мои дорогие телезрители, будет не газа, а бомба. Ого. Ты деревня, Максима. Балет — это когда бабы толстые поют дурными голосами. Ну да что с тобой разговаривали? Бабка, бабка, яйко, млеко. Ай, свай, дрей. Там тебе амфидерзейн. Ты пасть свою закрой. Ты теперь мне не конкурент. Хоть жопу лошадиную на голову надень, понял? О, черт! Сам ты черт! Сам ты не подлечился у него. Я просто как подумал, вот что за жестокость в мире. Взять и живого человека вот так взять, убить на смерть. А зачем в стенку муровать балку с оленем? Потому что это, Игорь, уже соседская кладовка. Вы наблюдаете слияние подлицы с криминалой. Ты чудо! Повезло, чуваку, отмучился. А мне вот это еще с картофельным фрешем все спереди. Так, а где ванная, Игорь? А вон ванная, Игорь. Морды в пол, быстро! Обалдеть, говорящий куст. Многоуважаемый куст, можно с вами сфоткаться? Падла, телефон верни, тут куст говорящий. Жалая, брошенная. Я просто не понял сразу. Вот так и жизнь человеческая заканчивается бессмысленно. Да ладно, все, не обращайте все. Меня внимания, не надо. Да вы что, охренели? Вы же ж не ганнибалы, вы же мужики. Вы что? Ай, печет! Андрейша, ну дровишек давай. Не надо, Андрейша. Давай. Не надо. Давай. Макс! Леша, не сутулься, на тебя больно смотреть. А это кто? Фельдшер Ватсон и его тупой недалекий друг? Так, хорош блатать, пора уже маньяка ловить. Это я ротом. Это у меня в горле паршит. Значит так, преступник возрастом от 15 до 90, очень сильный, любит бородатых мужиков в очках. Да что такое? Это не я, это Ленка. Да я попробую. Только ведь одна не поможет. Пей все. Руки вверх! Ой. Ага. Испугался? Не заметил меня? Маг, чародей, волшебник. Это потому, что я мастер прятаться до упанда. Такие опасные твари, я тебе скажу. Меня в детстве покусал жук-олень. Пришлось делать прививки от бешенства. Да, Ленка, 40 уколов. Нас, холостых. Да, как патроны. Завязывай ты с наркотой, Игорь. Ты что наделал? Зрители обожают секс, кровь и насилие.
Не, ну тогда, ну может обойдемся только сексом. От винта! Стоять, Карлсон. Либо головой, либо ключой. Интеллект. Несчастный случай. Близнецы, разлученные, повстречались, долго обнимались, погоди, задушили друг друга. Может, рванем, дубленем, а? Да, это в броневичке, а еще есть динамит, неси, я подожгу. Дорогие мои подписочники, все, кто в меня фоловерует, все ради вас. Подожди, а чего же они в разных-то местах лежат? Лёшек, это же рядом. Он полз, а потом как вспомнил. Куда полз? Нет, что бутылку с водой забыл, и сдох от жажды. Пользуйтесь моей конспирацией. А сейчас будет, как в кино с Аль Пучино, рожей в кокс. Ничего, больной? А, есть такой. Врач сказал почаще голову взвешивать. Подмахни мне выбраться. Меня поклеили в самое дно. Отдери меня, пожалуйста. Ой. Сколько? 8:00. Потому что он меня обоссал. Это потому что я там был в кадре. Вот поэтому столько просмотров. И вообще его нужно посадить за недержание. Тебя после пулемета, что ли, на немецкий переклинял? Что такое? Что? Я работаю. Я пытаюсь его промоцировать своим немецким языком. Чтобы он заёрзался, задыргался, задёргался и сдался нам. Стоп. Дай таблетки. Макс, отдай. У меня без них... Декомпрессия! Шок! Хорошо, мороз по роже пошел. Как дела, Прометей? На букву ща! Сейчас усрусь! Лёшик, ну спаси меня! Ну ты видишь, что делается! Ну... Что? Что вы на меня так смотрите? Это не я. Это Ленка. Да-да, Елена Николаевна, со своими народными средствами. Ты во мне сомневаешься? Сейчас посыпется. Не посыпется. Сел. Ну вот как это так? Вот какой-то чмо, бесполая кутерья им нравится, а я гнездилов нет. Ну как это так? Игорь, скажи, пожалуйста, а ты зачем в рукав-то свой говоришь? Там микрофон нет. Да понял я, понял. Я, кстати, тоже думаю. Беда. Благодаря моим фоткам в костюме от Хуго Габбана у меня подписчиков 14 штук уже, ясно? А у пса больше. Неплохо ты его. Неплохо. Отнюдь, Максимов. Слышишь ты, Лимонидов, мне сказали, ты кольцо потерял. Девушка, снимите меня, пожалуйста, снимите. Девушка, дай телефон! Дай телефон! Дай просто мне! Дай телефон! Просто телефон мне! Дай! Что, 21 набрал? Вакханг, срочно набирай скорую. Лучший сыщик поранился. Левое полужопие себе отстрелил. Аккумулятор! Лёш, у тебя мелка, нет? Вот это меня... Сдануло, аж взбодрило. Ты прибраться решил, да, не сделал? Проверял шкаф. Это я уже подумал. Не надо тебе думать. Ты все равно думаешь неправильно. Давай, говори. Можно? Нет, нельзя, Игорь, извини. Да что вы понапридумывали всякую хренотень? Игорюша! Ты пока не разрядишься, ты опасен. Живешь? При чем здесь ищу? Внесем. Здравствуйте. Что, икона мать, ты что делаешь-то опять? Технику опять портишь, извините. Ты издеваешься, а при чем здесь я? Просто не заплатили за телевизор, и я отключили. Да, навсегда, видимо. Никакого мозгового прозрения не было.
Я уродился просто такой. Вы же просто не хотите признавать очевидное. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. И скажи, славу Дарт Вейдера, что не дает покоя? Сказал про фольгу. Я думал, ты максимум панамочку сделаешь, гнездо. В таких делах фольги не жалеть. Гугл. О, Тиви. А ты что там ищешь? Ничего, не ищу. Пирожное ел. Друзья угостили. Хочешь? Дайте хоть чаю попить, ну звери! Че сделал? А че я ни при чем, чего вы уставились? Ну это китайское барахло, жлобы. Так, знаешь что, ты не, пожалуйста, вот это сди. Ага. Ой, тихо. Леша, ну скажи. Стои. Да вы охренели, что ли? Иди нахрен, бахам. Достал. А иди сюда. Не надо. Не делай так больше никогда. Как избавиться от заряда? Ой, так это фигня вопрос. Надо еще раз как-нибудь так долбануться. Сильнее, правда. Клин клином вышибает, слышал? То есть ты хочешь, чтобы я раньше времени Богу ласты вернул? А ты у него брал их, да? Нет. Меня подхитили. Кому ты нужен балласт? Максимов, они меня тебе будут присылать по членам! Слушай, а можешь их попросить, чтобы без меня не начинали? Я тоже посмотреть хочу. Тут и дебилу мне все ясно. Так. Оптовый глаз сразу завидит ювелирную работу снайпера. Я тебе два раза сказал, убери людей. Не два, а три, не надо ля-ля. Это ты гавкал? Это я кашлял. Это у меня кашель такой. Откуда здесь цветы? Не знаю, это не мое, это я Клавия, это вам. Опять на автобусе ехать. Что? Проблемы? Да вы знаете, с кем вы заговариваете, вы уроды! Да я лучший сыщик, я вас всех засажу! Вы у меня еще будете землю грызть! Я вас всех посажу! Запаяю. Хотя какого хрена? Я сейчас новую принесу. Помоднее. Две, три. И проводов еще наберу. Сейчас ты у меня, сука, во всем признаешь. Аж зашквартишь. Это не мое, это мне подброс. Тьфу ты, дурак. Я из-за тебя чуть не... О, ты мне ствол мой принес? Ну ты... Ты что, не можешь игрушечный пистолет от ненастоящего отличить? Не могу. Что вы, это же наш шлемоносец. В потемках. Сами вы в потемках. Данное приспособление помогает защитить от меня электроника. Я пользуюсь случаем, можно пристроить мальчика в психиатрическую лечебницу? Тут же без экспертизы. Понятно, что оно надевается, как лошара последняя. Молодец. Тебе вторую, да? Гнездил. Сам себя поймал за два пуговицы. И на их я имел. Да идите вот нахрен. Яд. Ты? Я дебил. А, это я знаю. Приехал на встречу, ну тут его и отварили. Я тебе бутерброд дам, потом. Сколько? Три бутерброда? Ух ты, и барыга. А ну так, глянь. Я не виноват. Я при чем здесь? Ну что, я не виноват, что на китайских сайтах всю технику покупают. Я сейчас починю. У смартфона. О, сука! Ничего себе, гнездо заряженное какое. Сам ты зараженный. Я сто раз уже говорил, что я тут не при всем. Это Клава. Да, я догадаюсь. Стрелял гном. Карлик. Все сложилось. Вперед. Пользуйся. Вперед. Или Вилипут. Один из трех. Ну, ясно же было сказано. А, это вы. А ты кого ожидал? Дедом Морзая? Какой его дух? Не смешите серьезного человека. Его дух.
Телефон возле микроволновки отставила. И? Ну и все, и насосался в микроволн, и все. Браво, браво. По количеству воспроизведенного бреда, Гнездев, давно должен был получить идиоты год. Не дают никак? Подставил туда пистолет, чтобы он охранял сейф. Забыл о нем. Но пистолет-то не забыл. Вспомнил и застрелил его. Гениально, Игорь, гениально. А что ты смеешься? Ты знаешь, сколько среди нас дебилов? Не сделав у препарата. Игорь, слушай, может, тебе фамилию не называть, чтобы вселенная не злилась? Не надо, ля-ля, вселенная меня любит. А. Давайте думать логически. Пока, Леша. Макс, я пописал, подожди. Я иду тебя выпумывать. Макс, это не я. Игорь, что? У тебя упало. Что у меня упало? А все упало как-то. Это не все, это только штаны. Извините. Че орешь, дура? Не видишь, люди заземляются. О, Клава звонит. Опа! Вылечился. Заземлился. Немец! Нашего брата, шейха, обманул. Как? Немец? Вашего брата? Да. Как? Ты же не золотая? Нет. Да как же так-то? Подожди. Вот так вот, такой народец мелочный. Да, я знаю. Я тоже такие приобретаю, на холодильник цепляю. С каждой поездки у меня уже два. Тащил, устал, прилег и вырубился. Ну так толщи скорее домой, что ж тут сидишь-то. Давай. Вода? Да. Да, пойду, пожалуй, отдохну. Набухаться? Фу, вообще легко. Буянить? Нифиг делать. Пол поменять? Ну, слушайте, это я могу, конечно. Закончить жизнь самоубийством в прямом эфире? О, да, я ничего. То, слушайте, да, это, кстати, может быть. Там Гнездилова опять привезли. В Драбадан. А? Ну? Потоп, потоп, колонизацию провел. Мозги утекают. Держи. Где? Где я? В аду, Игорь. Место новой работы. Бородатого дегенерата или блохастую дармию. Сейчас, смотри, мы увеличим тебе подписчиков. На, вот так. Давай. Вот так. Вот так. Скорее пока. Не опухло, скорее надевай. Смотри, вот пошли даже. Ой-ой-ой, сколько побежало. Один я способен разорить гнездо разврата. Гнездо способно разорить гнездо. Метод кукушки. Ты навали туда яиц. И навалю. И навалю? Это бесспорно. Опа! Прости, Игорь. Ты что, дурак, что ли? Совсем уже, что ли? Похоже на то. Ты что, не понравилось, как я танцевал? Я охрененно танцевал. Лучше бы ты замирал. Что такое завещание на туалетной старательной бумажке? Джек. Да, я не дочитал. Ты умел? Ну, я ж начал. Где дух, сэ? Не знаю. Я пишу, здесь. Я порчу вишен, я помидор. Караул, панталоны тут зимовать будут. Угу. Ну и все, и не сыте. Скоро привыкнете. Гнездилов. А во-вторых, он по жизни себя ведет, как обдолбанный. Вот. Золотые слова. Смотри. Моей бабушки. Смотри. Десерт тебе. О, да тут его... О! Доброе, я сильно в этом колебаюсь. Где? Где организм жертвы? Где? Отсутствует. Нет тела, нет дела. Есть кровь. Так это кровь, это ендура, это кепчуп. У меня фигус мой родненький сохнет. Нахрена вы меня позвали? Я тебя не звал, Игорь. Пока. Иегова свидетель? А ты знаешь, что от свидетеля Иеговы до пострадавшего один шланг? Мне когда приходили такие, как вы. Чуть не отписал квартиру вместе с Клавкой. Да идите вы. Пойдем, Ахтан. Пойдем. В экибану водички долей. Мозгим. Да, Ядрилов. Объясняю. Гипноз – это лженаутка. Это развод для лохов.
что-то там трындел, ручонками машал, до трех читал, а толку не... Ох, ни хуа, хуа себе! Руку. Нет, ты посмотри на него. Ты кто такой? Тебе что, можно, а мне нельзя? Говно. Кто? Ты охренел? Сам ты говно! Барахло, понял? И все равно выкину. Э, хамло. Дожили. Вот и все, теперь не ответится. Пора драть. А ну! Стоять! Тихо. А куда я бегу? Ох, нихуа, хуа себе!